Доброго всем вечера. Спрашивали о моих изделиях мои друзья по вазам, по вазочкам, по блюдам. Вот хочу немножко более подробно рассказать. Из мастерской привез сюда вазу, она треснула. Это беда небольшая. С помощью эпоксидки и вставок из сучочков разных пород дерева можно сделать красивую вещь. Дело в том, что ясень был не высушен. И это ожидаемая такая ошибка, не ошибка, а ожидаемая трещина. Смотрел, как себя поведет в сухой квартире, в теплой, не высохшая полгода, как было спилено дерево. И ясень скинул напряжение дерева через трещину. Орех грецкий. Год просто был на воздухе, на природе, на даче. Очень красивый сук был. И вот там были трещинки, пошли вот здесь. Я закрыл их маленькими сучочками. Вот такая вот посудинка, гравировка и обжиг. Это ореховое блюдо тоже было из цельного куска дерева, из ореха грецкого спиленного. Не треснуло нигде. Дуб, цельный кусок, ребята дали, он был высушенный, проблем вообще никаких не было. Очень красивый рисунок, не хочу ни гравировать, ничего. Такая под русскую старину. Предки наши в таких ковшах ели, как в кино Иван Васильевич меняет профессию. Вот, груша, красноватый, хороший оттенок. Гравировку обжиг сделал, обошлось без сколов, без трещин. Здесь были природные такие небольшие, они смотрятся нормально. И в этой немножко эпоксидкой задел груши трещину здесь. Вот. А каштан я подарил. Красиво было очень. Ваза. Да. И вот еще липа. Липа. Ваза. Попробую снять. Здесь красивые цветы жена ставит. Вот я сделал. Работы было много. Это липа. Вот таким образом сделал рисунок виноградные листья. Вот так смотрится она. Вот, что я хотел показать сегодня. Ну, то есть на будущее, кто этим занимается, это надо ожидать, что если в микроволновке, либо в духовке не высушено, либо каким-то другим способом, технологически более надежным, древесина, то она может дать трещину, внутреннее напряжение древесины никуда не девается, по мере высыхания она растрескивается. Жду, когда она станет шире, и буду с ней дальше работать. Ну, остальное, бывает трескается, бывает все хорошо. Занимайтесь творчеством, всех благ, всего хорошего, пока.